Это история о правильном воспитании детей. Об идеальных отношениях в семье. Егор! Кран почини! А, сейчас. Никита! Мне жарко! О том, как беззаботно живется молодым семьям в многоэтажках. Да сколько можно? Суббота утро, они сверлят и сверлят, сверлят и сверлят. Никита! Что? Это не я. О любви к домашним животным. Макс, ну что ты сидишь? Жми на вымя. И к дикой природе. Йод или зеленка? О настоящей мужской дружбе. На что спорим? На 100 баксов. А, не-не-не, я четвертый кредит брать не собираюсь. Ребят, вы что, не видите, что я тебе татуировку сделал? А-а-а! Где? 24 сентября в 21:30.